давайте сейчас посмотрим, кто быстрее. Ну, конечно же, электро, это без сомнения. Но насколько? Думаешь? Но нет, насколько, да? Ну что, на раз, два, три, да? Да как хочешь. Раз, два, три. Уехал далеко уже. Уже почти не видно его. Так. Ну вот, хорошо, хороший накат у данного велосипеда. Легко крутить педали. Ну, конечно, небольшая горочка есть тут, но все же. Итак, вот я начинаю свое движение, у меня первая скорость, переключился на вторую, третья, четвертая, и я уже набираю скорость, пятая, нормальный накат, отлично вообще. Вот, сейчас еду в обратную сторону, в горочку, и вообще отлично. Так, разворачиваемся. Педали кручу, с горы, как птица лечу. Спешу, 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 спешу налегке, навстречу радуге дуге. Пусть, пусть дорога вдаль бежит, грусть, пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету, качу, качу, куда хочу. Так, вот смотрите, узкая тропинка. Сейчас попробуем развернуться. Так, так. Вот, видите, все получается. Вот. Ну, с электромотором будет, конечно, еще лучше, потому что переднее ведущее, вот, оно, конечно, лучше помогает и в разворотах, и скорость набирать. Так, ну давайте еще раз попробуем. Вот, вот, пошел, пошел. Колесо переднее немножко съезжает. Вот, и, кстати, в этом плане, вот, электромотор как бы лучше выручает, вот. Потому что это ведущее колесо, оно тебя подтягивает. Ну, сейчас я дальше, мы покажем, как электромотор разворачивается и едет. Настала версия для тест-драйва электровелосипеда с электромотором, трехколесный донка. Посмотрим, насколько он лучше. Ну, естественно, да, он лучше, потому что здесь есть электромотор. Поехали! Чтобы развернуться, конечно, надо снизить скорость. Так, ну давайте теперь посмотрим на этом участке, на узенькой дорожке, как он разворачивается. Вот, то, что я и говорил, электромотор, вот, раз, видите, вообще можно крутиться даже. Вот, намного легче преодолеваются такие трудные повороты. Вот, вот, как на обычном велосипеде я бы, да, ну, с трудом бы, да, уже все, вот, как бы с трудом, надо слезать и дальше его проталкивать как-то, да? Вот, а на электромоторе вот дал газ, все, поехал. Даже вот еще возьмем, еще уже место возьмем.
Вот. Так, как же быть? А, очень просто. Раз, смотрите. Вообще идеально. Да? Вообще отлично. А, аккумулятор на батарее, кстати, 48 вольт. Крейсерская, да, где-то 40, вот, ну, там слегка под горочку. И полтинник он может развить скорость. Но это уже желательно по прямой на такой скорости ездить. Вот. Ну, просто в холостую, смотрите. Здесь, кстати, есть модификация и 36 вольт, вот, и 48 вольт. То есть 48 вольт, ну, это больше мощности и больше скорости. Но 36 вольт, да, там поменьше скорость, где-то километров на 10, да. Ну, и плюс еще то, что он, да, он дешевле. Хотите попробовать прокатиться, нажимаете ручку газа и едете. То есть педали крутить не надо. В корзиночку положил, там что хочешь, да? Вот, повез. Да, еще складной, то есть в машину влезает. В деревне на даче? Ну да, в деревне на даче. Смотрите, не надо равновесие держать. Вот сел и поехал, как на мопеде. Да. Пора заканчивать. Вот. В принципе, мы основные качества показали. Вот. Также мне очень понравилось, как он на узких местах разворачивается именно вот с электромотором. Да? То есть передняя ведущая, она тебя прям вытягивает, да, из всяких сложных там доступных мест. Батарейка 48 вольт, это даст вам побольше проехать расстояние. Также хотелось отметить, что данные велосипеды, ну, во-первых, это мы сейчас и пробуем, тестируем и показываем вам на 24-х колесах. Есть на 20-х колесах, да, он чуть поменьше. Вот, также есть разные цвета. Это вот в данном моменте серебристый металлик, черный металлик, есть синий металлик. Три цвета, да, основные цвета. Все, что могли, рассказали вам про все основные, как бы, достоинства, плюсы. Показали вам, как едет и по скорости, и как на педалях, и как на электромоторе. Показали, как складывается, показали, как разворачивается в труднодоступных, буквально там на тропинках, если будет интересно, попробуем все это еще показать, снять, если какие-то будут новинки и модернизации. Все, всем пока, до свидания.